Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Таиса Краева. Спонсор прогноза погоды – кафе узбекской кухни «Тандырная». Вкусно, уютно, недорого. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина», первый этаж. В пятницу 13 октября в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность, ветер юго-восточного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 9 градусов, ночью плюс 1, плюс 2. Далее прогноз погоды на ближайшие дни. С вами была Таиса Краева. До встречи!